Перетаскиваем картинку. Не получается. Сам ярлык. Так, в настройках также нету. Что мы делаем? Вот. Можно как сайт скачать, но там картинки не будет. Здесь защита. Вот. Вот что мы делаем. Подробнее. Мультимедиа. Сортировка за размером. И ищем свой файл. Здесь все картинки. Фон. Любые картинки без потери качества. Извлекаем. Можно, конечно, кто-то скажет умный, что вот скриншот можно сделать, но там потеря качества будет. И самое главное, что легко и просто, вот, та самая картинка. Вот, еще один пример. Перетаскивается только как ярлык. Ярлык сайта. Вот. Что мы делаем? То же самое. Подробнее, далее мультимедиа, далее сортировка за размером и выбираем свой файл, ищем свой файл. Вот рамка, допустим, рамка нам нужна, фон, неважно, логотип. Самый простой способ, я считаю, без всяких там заморочек. Так, платье, нет, не то. Далее. О, оно. Все, сохранить. Вот. Платье. И вот рамка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи!